Вклад предпринимателей в экономику страны составляет 85%. Несмотря на эти показатели, бизнес-сфера страны нуждается в поддержке со стороны государства. На сегодня строительный сектор, наряду с такими предприятиями, как «Кумтер», вносит немалый вклад в экономику республики. Чолпонбек Ахматов в строительном бизнесе не новичок, без малого 20 лет. За этот период он смог на себе испытать все тяготы, связанные с бюрократическими проволочками при получении разрешения на строительство, а также другие нюансы, которые препятствуют развитию не только отдельных предпринимателей, но и всего сектора. Чолпонбек один из тех, кто принял участие на встрече с президентом и подчеркивает важность поддержки этой сферы. Есть недобросовестные застройщики, которые могут без разрешения документа строить. Есть законопослушные, которые годами ждут получения разрешения, но при этом они проигрывают именно по времени. Пока ты один дом построишь, те застройщики могут два дома построить. Но при этом, конечно, качество никто не гарантирует. Поэтому мы хотим, чтобы создать единое правило игры, чтобы застройщики не бегали, чтобы получать разрешение документы, подали заявление в единое окно и через определенное время получили разрешение на строительство. Один из пунктов, которые были затронуты в рамках встречи президента с бизнес-сообществом, является выдача льготных кредитов предпринимателям. Именно поэтому для Российско-Кыргызского фонда развития это является одним из ключевых целей. В этой связи фондом принято стратегическое решение не повышать ставки по кредитным продуктам. Решение о возобновлении полноценной деятельности Российско-Кыргызского фонда и возобновлении финансирования проектов по прямой деятельности фонда с 1 июля 2021 года. Сейчас мы уже перешли к активной фазе, готовим проекты к началу реализации. Уже буквально на этой неделе у нас должно состояться открытие некоторых предприятий, которые мы профинансировали. Основной упор в поручении президента делается на развитие туристической сферы. В свою очередь, Министерство экономики и финансов поручено разработать план по преодолению теневой экономики. Как вы знаете, теневая экономика – это большой балласт нашей экономики. И официально она составляет 39%, но, наверное, реальные цифры высоки. Поэтому нам поручено разработать план по реализации теневой экономики. И также основным посылом идет, что мы должны помогать предпринимателям, именно добросовестным предпринимателям, в их работе, чтобы они создавали рабочие места. Как вы знаете, что предпринимательство – это занимает большой процент в структуре ВВП нашей страны. И основной посыл нашего президента в том, что все госорганы обязаны помогать добросовестному предпринимателю. По мнению экспертов, формат последней встречи главы государства с бизнесом отличается от предыдущих. Указы президентом подписаны. И это лишь первый шаг. Далее все в руках исполнительной власти. Конечно, там факт того, что президент отреагировал на эти вопросы по-другому. То есть обычно у нас предыдущие, скажем, руководители, да, страны что делали? Ну, спасибо за ваш вопрос. Мы этот вопрос рассмотрим, мы обязательно передадим там соответствующий орган. Ну, такие вот стандартные формулировки. Но на этот раз он вышел из протокола, я бы сказал. И он сказал: ребята, так, в чем проблема? Давайте решайте. Вы решайте. Это хорошо. Но опять же, я же говорю, это не системно. Да? То есть, и мы надеемся, что сейчас вот собирается, насколько я знаю, создать совет по работе с бизнесом, или как это называется. Этот совет должен стать какой-то площадкой, да, диалоговой между бизнесом и президентом. Я думаю, это будет шикарно. Если мы действительно, бизнес-сообщество сможет донести свой голос через эту площадку на постоянной основе, допустим, раз в месяц, может быть, там, раз в квартал, да, собираться с президентом, встречаться. И тогда, я уже думаю, там системные вопросы будут подниматься. Отметим, согласно подписанному Садыром Джапаровым распоряжению, госорганы должны кардинально изменить свое отношение к предпринимателям. За неисполнение или ненадлежащее исполнение поручений руководители министерств и ведомств могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности. Улан Касенов, Азамат Кудыртоктоев, Алатау 24.